Начало осени на Дону ознаменовалось стартом конкурса для молодых и талантливых. В 2021 году были представлены заявки по 10 направлениям – производство и торговля, сельхозпредпринимательство, сфера услуг, франчайзинг, инновации, международный и интернет-бизнес, соцсфера. Одной из площадок проведения состязания стала точка кипения на Большой Садовой. Наш университет всегда огромное внимание уделял формированию компетенций у наших студентов. Естественно, мы ждем вовлечения все большего количества молодых людей, в том числе из числа наших студентов. Многие люди, прошедшие региональный отбор, получат призы и смогут представить Донской край на федеральном уровне. В Ростове с конкурсантами работает комиссия, в составе которой ученые и предприниматели. Один из самых главных эффектов конкурса отметили участники. Это новые разносторонние связи. Они являются подспорьем для развития бизнеса и приносят новые заказы и перспективы. Мария Караченцева, Александр Кучиц, Дон 24, Ростов-на-Дону.